Так. Вот имеется отдельный эксклюзивный номер для молодоженов. Видимо, следы жизнедеятельности молодоженов. Сейчас мы осмотрим этот апартамент для молодоженов. Стоит соблюдать осторожность, потому что ступеньки одна, барьер, рама двери, вторая ступенька. Ну, я думаю, все понятно, и можно к этому привыкнуть. Тут имеется диванчик двойное, одинарное кресло, не раскладывающееся, столик. Несколько работающих розеток. Здесь посмотрим. Техническое помещение. Это, видимо, углубление для камина. И цветов. Ну что ж, идем на второй этаж. Угу. Так. Здесь тоже две маленькие для родственников. Это для родственников. Для родственников, да. Вот такая простая мебель встроенная. Один стул, двойная кровать. Там тоже такой же. Угу. Так. А это не мебель, это просто стены. Так, и здесь тоже нет телевизоров. Маленький гардеробчик и центральный для молодоженов. Ну, отличие только по расположению и торжественности оформления кровати, да? То есть кровать более торжественная. И стены другие. Стены другие, да. Три светильника. Один торшер, два стула. Здесь тоже гардероб. И гардероб с подсветкой отдельной. Все понятно. Так, а это обогреватель? Обогреватель, да. Обогреватель в одно, один в каждом номере есть? Большой. Нет, только одна здесь стоит. Только в большом номере для молодоженов есть обогреватель. Хотя, казалось бы, молодоженам есть разные способы согреться. Так. Здесь только туалет и душевая. Там тоже такой же толчок. А сауна уже с этой стороны, да? На первом этаже. Да, на первом этаже. А там она просто закрыта. Ага, понятно, понятно. Так, а вот это вот, скажите, а вот это вот, что включает? Это вот балкон включили. Вот видите балкон? Да. Вот это включается у нас. А для чего это? Это бактерицидные какие-то? Нет, когда приходите, у нас зал не будет включенный же. Когда кто-нибудь приходит, посидит, надо на балкон. Это включается, чтобы здесь было поярче. А у нас постоянно зал свет не загорится же. Угу. Вот. И в этом апартаменте сауна находится вот с этой стороны. Здесь вход уже. Если в первом она была вот там, то теперь вот отсюда вход. Сейчас она закрыта. Нет, откроем, если надо, это да? Мы сейчас сможем спуститься здесь на первый этаж? Через отсюда можно. Только через, вернувшись тем же путем, да? Да, да, просто, а вы сказали, предупреждали. А вот это раскладываются? Да, раскладываются, тоже 20 человек можно. Ага, раз, два, две кровати дивана, диван кровати раскладываются и получается 4 места для сна. Одна кровать.
даже не постелили. А что, протекает? Да. Тут имеются протечки небольшие, лежит полотенце. Ну, наверное, это все законопачено будет. Просто это хорошо не держит. Одна сторона, наверное, сломается, а только одна сторона капает. Угу. Подожди. Вот сюда. Так, тут у нас светильники тоже. Чтобы осветить только вот эту маленькую верандочку. И спускаемся вниз. Так, а свет тут можно включить? Свет, это не горит. Не горит? Да, включенное, а вот это. Переходим к сауне. Была какая-то свадебная вечеринка. Здесь мы уже были. Центральная ванна, бассейн с двумя ступеньками и спуском по перильцам. И тут у нас ванна второго апартамента. Сауна второго апартамента. Третий апартамент. Посмотрели четвертый апартамент. Там сауны нет. Там сауны нет. Новобрачная, смотри. Да. А это, я помню, шестой апартамент. А у нас это считается третий апартамент, вип-сауна там. Угу. Вип-сауна только одна, да? Одна, да, угу. Только одна. Давайте посмотрим. Гидролик, бочка. Угу. Массажный крес, кровать. Здесь для активации, места. Угу. Так, и а сауна, сама сауна здесь. Да. А ты душевые кабинет? Для человека ростом 190 максимум. Да. Вот вип-сауна, как она выглядит. Заходи. Угу. Спасибо. Термометры, часы, песочные. Угу. Она включается... Электрически. Включается... Вот сейчас она работает, да? Да, то есть... работает, угу. Конечно. Все, что видим, и зафиксируем в таблице. И маленький диванчик, который, наверное, тоже раскладывается, да? Нет, это не раскладывается. Просто сидит отдыхать. Это не раскладывается. Он никогда не раскладывался? Нет. На самом деле он может, наверное, разложиться. Я не знаю, я только не знаю даже. Раскладываться можно, нет, я не в курсе. Сейчас посмотрим. Да. Да. Диванчик раскладывается. И кухня. Все, это мы осмотрели вип-сауну. Вот вверх путь к обычному стандартному апартаменту, который мы уже видели.